например, у нашем церковище. Вот тут это самое, женихова родня торгуется с невестиной. Ой, невеста там такая нехорошая, да. И сколько там платят, эти свою цену ставят. И вот лопочут. Ну, все-таки договорились, теперь едут сначала к невесте. Едут к невесте, а там кто-то поставил эту табуретку, хлеб с солью, и все, и заработали. И дальше так еще могут быть. Тогда у невесты отгуляли, а с обеда едут уже это самое к жениху. И а там могут тоже табуретку поставить им. Даже тот день, сразу вот, когда мы были маленькие, ездили в тот же, до обеда в невесте, а с обеда едут уже к жениху, к вечеру туда. Не только маленькие, как и теперь уже и так делают, что один день в невесте, а другой день в жениха. Теперь уже не по-старинушке, все так как. А вот это вот боярушки, обманушки, вы мои, это когда пели, например? Это вот у невесты. Сидят гости у невесты, и девки сидят с невестой. Невеста с женихом сидит. И со стороны невесты сидят эти девки. Угу. То есть перед венцом съезжались, да, вот в центре села. Отвалилось. Да, дали печь, жених выкупает невесту. Невесту там, что и такая хромая, и кривая, и красивая, сколько мы денег не дадим за нее. А это кто поет? Родня жениха? Это просто уже языками молотят. А кто выкупает, сам жених или его дружки вот эти? Дружки. А сам он не выкупает, нет? Нет. Он помогает, но все-таки не... Они деньги кладут или они там водку, допустим, там конфеты? А кому они дают? Брату невесты или там бояркам? На кто больше трешит, тому, кому отдают деньги эти, как выкупают. Кто больше трешит, и как это у матуза было у одной, и сумка на боку была специальная, туда кидали все деньги. Но это боярка, да, получается? Да, это как раз хорошо. И что, все одной боярке досталось, да? Да нет, чуть-чуть там. Да, я буду руки выставлять, дайте нам копеечку. Да, дайте копеечку. Ну а потом эти копеечки, они кому? Это дело их. Жениху, невесте отдают, им отдают, это идет молодым. А, то есть это так, да. Как бы для развлечения больше, да? Микрофон? Кто нас хорош, это жениху пели, получается, да? Или дружки какого-нибудь могли? Может, и не жениху, может, даже и дружку. Понравится кто-то, вот и поют. А кто это пел? Это боярки все пели или это... Все гости. А вот дружков сколько их могло быть у жениха? Как бы ты его... Ну, основной один, так как и боярушка у невесты, основная одна, а потом уже... А потом, может, и пять их, и боярок. Да. Целая лавка. И тогда пить даже такой... Ну, а боярки, они должны были быть... Они не замужние, да, боярки? Да не замужние. Теперь уже всякие. Теперь и это самая основная боярка. И там бывает жених... Замужем уже и с ребенком приходит. А дружки тоже не женатые все, да? Все парни должны были быть. А основной дружок, он как бы как лучший друг. Да. А мог быть брат, например, или нет? Не могло. Чай нету.